В Югре запустили флешмоб в поддержку наших олимпийцев. В Пекине выступают биатлонистка Кристина Рисцова, лыжник Сергей Устюгов, сноубордисты Наталья и Андрей Соболева, а также воспитанники Югорской школы хоккея Сергей Телегин, Кирилл Марченко и Виктория Кулешова. Присоединиться к акции может каждый желающий. Для этого нужно опубликовать в соцсетях фотографии с тренировок или прогулок под хэштегом «Югра покоряет Пекин». Приветствуются посты со словами поддержки олимпийцам. К флешмобу присоединилась губернатор Наталья Комарова. Накануне во время прямого эфира с югорчанами эстафету пожеланий запустил 9-летний Николай Крылов из Сургута. Акцию поддержали и чемпионы игр в Токио Альберт Батыргазеев, Максим Храмцов, Артур Найфонов и Заурбек Сидаков, а также югорский сноубордист Михаил Слинкин. А вот сотрудники пожарной части Междуреченско-Кандинского филиала Центроспас Югория в поддержку олимпийцев даже встали на лыжи. Нашим спортсменам удачи и ярких побед!